уважаемые взрослые! Сегодня я предлагаю поговорить на очень интересную тему. А вот какую? Знаете, отгадав загадку. Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная? Конечно же, это семья. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Знаете, ребята, что 15 мая отмечается Международный день семьи. И поэтому я предлагаю сегодня вместе с вами порассуждать, что же такое для вас семья. Семья – это ты. Семья – это я. Семья – это папа и мама моя. Семья – это крестный и тети, и дяди. Семья – это елка в красивом наряде. Семья – это бабушки две дорогие, семья и сестренки мои родные. Семья – это праздник с округлым столом. Семья – это лето, поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, как кубки, подарки, приятные траты. Семья – это бабы, братишка родной. Семья – это котик с истинки мой. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить одному невозможно. Семья – это место, где все живут. Семья – это счастье, семья – это дом. Если взять любовь и верность, к ним прибавить чувство нежность и умножить на года, то получится семья. А вы знаете, ребята, что существует такой цветок, который является символом семьи? Может, кто-нибудь из вас знает, что за это такой цветок? Символ семьи – это ромашка. Правильно. Символом семьи является ромашка. Родители славные и дорогие, любовь, понимание, забота и ласка. Семья – это чудо и райское.